День добрый, я на связи Амкабацкий. Это 37-я часть прохождения GTA 4 на 100%. И сегодня мы добудем все 30 машин из списка Стиви, ну и получим соответствующие проценты и достижения. Но для начала, опять же, немножечко истории. У нас начали приходить смс-ки, точнее была только одна, самая древняя, от Стиви. Брюси дал мне твой номер, сказал, тебе нужна работа. На пристани в Нормандии стоит Сентинел и фотография. В общем, 30 машин ему надо привезти. Это напоминает задание от самого Брюси, только с двумя большими разницами. Даже с тремя, давайте скажем. Первое, приходит смс-ки на телефон, а не на почту, на компьютере. Проверять, отвечать не надо. Второе, их не отмечают на карте, то есть вам надо будет самому искать машины по наводкам. И третье, за это платят гораздо больше денег, там уже 30-40 тысяч выпадать за некоторые экземпляры, а не по одной плюс тысячи, как это было с Брюси. Но опять же, за это есть достижения, за это есть проценты. Поэтому предлагаю сейчас это пройти, сделать это так. Я буду сегментами попури делать, находить машину, в ускоренном виде доставлять ее в гараж, показывать, сколько пришло денег. Так что давайте это так сделаем. Вот она, первая машина. Сейчас тут кое-какие смс-очки прочитаем. От Алекс пришла. Валентина меня достала, насытная скотина. Мне нужно размяться, сбросить напряжение. Позвони мне, целую. Потом от Кармен. Папе Кармен сделала себе стрижку, маникюр, обработала зону бикини. Неужели ты не хочешь насладиться всем этим? Позвони и прогуляйтесь вместе. И от Кики фоточка. Это я. Думаю о том, как сильно тебя люблю. Пока-пока. Ну да, прикольненько так. О. Так, стоп, удалить, чтобы не мешали. Ага, ну все, машину надо доставить без повреждений. Плюс в том, что мы можем рядом починить ее. Вы нашли транспортное средство для Стиви. Ну сейчас я предлагаю ускорить процесс доставки. Вот мы и на месте, вот он, гараж. Стиви, сюда можно эти тачки доставлять. Оставьте транспортное средство в гараже. Отчиниться можно рядом около дома, бесплатно, хороший способ. И за Sentinel нам дали 8250. Транспортное средство отлично в состоянии, получаете эту сумму. Кармен хочет отлить всех нормальных, которые сегодня видел, позвони ей, сади куда-нибудь. Куда-нибудь сводим, но сейчас не до вас, задолбали. Названивают, написывают. Это можно удалить. Ну, дальше придется некоторое время ждать смс-ку, обычно она приходит. Не так уж много времени проходит. В общем, я включу запись, когда найду следующую машину, так и будем. Дальше вот что у нас пришло. Спасибо за Sentinel. На парковке рядом под станцией, рядом с парком развлечением стоит DF890. Вот он у нас. Мы его забираем. Вот мы и доставили ее в гараж. Давайте посмотрим, сколько за нее дадут. Кстати, я почитал, что если даже чуть-чуть... О, в идеальном состоянии 5940. Если нисколько не повредить ее, то даже если будут мелкие повреждения, ничего страшного, сумму все равно полностью выплачивают. Но я все равно буду делать вот так вот на всякий случай. Знакомое место, которое мы грабили, от ограбления которого у нас ничего не осталось. Спасибо за DF890. Покажи мне того, кто отказался бы от Super GT. Тачка стоит на Кальцион Стрит напротив 69-го здания в районе биржи. Вот она.
Сейчас мы ее себе тоже забираем. Хотя на фоточке она отличается вроде как. Блин, что-то глюкануло. Запись не включилась, когда показывался сегмент. С доставкой 36 300 за нее дали. Очень неплохая сумма. И нас тут просто атакуют смс-ками. Позвони мне, Ника, ты мне нужен. Пока-пока. Не, ну это, конечно, хорошо, что женское внимание нас тут стороной не обходит постоянно. Смс-ки, но на друзей и подруг отвлекаться вот так вот не очень удобно. Пока этим занимаешься и многим чем другим. Кстати, где-то надо сутки ждать, пока появится следующая смс, так что включу запись, когда найду следующую машину. Вот она, следующая машина, нам такую Берни Сандерс дарил, но, тем не менее, ту, конечно, доставлять не буду. Спасибо за Супер GT. Кто-то приехал в обзорный парк на Инфернусе. Эта тачка там как бельмо на глазу. Окей, забираем. Готово. Еще одна машина. И оплата за нее. Транспортное средство в отличном состоянии. Получаете 33 тысячи? Серьезно? Я думал, за нее 1000 под 40 хотя бы ломануться. 50-60. Прикол в том, что за Супер GT нам заплатили гораздо больше, чем... Ну, не гораздо больше, там, копейками. Больше. Но все-таки больше, чем за Инфернус. Инфернус все-таки машина очень ценная. Ладно, окей, идем дальше. Инфернус великолепен, спасибо. Мне нужен Сейбер GT. Хозяин этой малышки живет где-то в небоскребах Мидлс Парк. В небоскребах? Смешно. Окей, наша тачка. На этот раз 8250. Кармен. Я понимаю, что вы хотите развлечься, но я ничем сейчас вам помочь не могу. Ладно, 5 машин доставлено, ждем шестую. Спасибо за Сейбер GT. Коричневый бобкат припрятан на верхнем ярусе стоянки аэропорту. Легко найдешь. Да, вот он бобкат. Давайте его реквизируем. И за бобкат нам заплатят аж целых 8250. Ну, могло быть и меньше, тачка-то не особо солидная. Кики хочет нас. Мы ее, конечно, тоже хотим, но не сейчас. Тут свои дела. 6 машин готовы, ждем 7-ю. Спасибо за бобкат. Мне нужна комета. Она стоит рядом с гольф-клубом Свингерс. Окей, Стиви, no problemo. Решил проверить теорию, как раз время сэкономить. Если чуть-чуть поцарапаны привести, на стоимость это отразится, по идее не должно. Транспортное средство в этом состоянии стоит 19780. Да, все-таки, как видите, это влияет. Интересно, насколько, но потом скажу, когда следующую найдем. Окей, 8-я машина.
Отлично поработал с кометой. Я часто вижу этот НРГ-900 на углу Бисмарк-авеню и Топар-стрит в Ланкастере. Окей, чувак, забираем. Не стал я париться с его починкой. Сколько за него нам дадут? 8184. За комету там 19800, по-моему, давали, а тут дали 19720. 80 баксов, как бы ни о чем. Смысла я не вижу, если более-менее аккуратно доехали. 8 транспорта у нас доставлено. Теперь ищем и ждем 9. Спасибо за NRG 900. В районе Роттердамского холма возле здания транспортной службы стоит интрудер. Окей, Стиви, забираем. Там смс-ка была от Паки, штрафанули к отношениям, типа, что собираешь делать, я курить, пить, трахаться, употреблять кокс, надо было бы ответить смс-ка, надеюсь, не с нами. 8234, а розыск, кстати, как ни странно, не сняли. Ну ладно, это фиг... А, вот, слушайте, блин, у меня нету с собой, как назло, ни одной, это я мог бы еще стачку взорвать, с нее куча бабла выпала. Ну ладно, 9 машин доставлено, 10 на подходе. За интрудера особое спасибо. Возле станции Хантингтон-стрит есть ресторанчик Burger Shot. Обычно за ним припаркована маньяна. Что-то Стиви потянул на какие-то шикальные машины, ну ладно, заказ есть заказ. И еще один заказик для Стиви у нас готов. И за него нам дадут аж целых 3909. Капец. Не, ну это не из-за того, что мы покоцали. Ну, конечно, там сколько-то списалось из-за этого. Но, блин, я говорю, потянул на какие-то шакальные машины. Ну и платит он, соответственно. Ладно, первую десятку из трех мы машин доставили. Переходим на вторую, 11-ю машину. Отправляемся искать. Спасибо за маньяну. В районе Уиллис напротив каньон Мегаплекс стоит дилетант. Достань мне его. Окей, чувак, но проблему. Доставили мы ему дилетанта, и во сколько он его оценит? В 6527. Ну, копейки копейками, но все-таки прогресс постепенно у нас идет. 155 тысяч было заработано, но ведь начало миссии меньше 20. Потрачено много, вроде бы как было. Ладно, окей, 12-я машина нас ждет. Какой классный компактный дилетант. Мунбим находится где-то на Чардж Айленд. Окей, Стиви, походу принадлежит анархосиндикалистам. Тем веселее его будет угонять. Транспортное средство в отличном состоянии. Вы получаете 7260. Хотя вот сейчас его чуть-чуть долбанули. Окей, это хорошо. 12 машин добавлено, доставлено, осталось... Еще сколько? 18. Ну, сейчас переходим к 13. Спасибо за Мунбин. В китайском квартале рядом с Dragon Heart Plaza стоит малыш Фаджио. Это на Diamond Street. Причем его так вежливо таксист долбанул, когда я сюда приезжал. Ну да ладно. Транспортное средство там состояние стоит 2287. Блин, мелочь какая-то. Ну ладно, 13 машин готово, ждем 14-ю. Спасибо за Фаджио, пригони мне Дюкс. Он стоит на Воксит-стрит в Восточной Голландии. Oh, no, I think I've lost my mind.
И за дюкс нам дают 7187 баксов. Следующая машина 15, мы ровно половинку тогда транспорта уже доставим. Спасибо за дюкс. Один гребаный священник в Саффолке разъезжает на клевой кокетке. Чем, правда, столько агрессии к нему? Ну да ладно, у него, наверное, свои счеты есть. Кокетка доставлена, и за нее нам начислят аж целых 13 530 за отличное состояние. Чё? Кокетка — это ж как бы машина премиум статуса, наподобие Инфернуса, наподобие Супер GT. За нее дали всего 13 530. По-моему, это какое-то ненормальное оскорбление. Ну ладно, фиг бы с ним. Не наша забота, наша задача доставить. 15 из 30 доставлено, осталось еще 15. Ждем 16-ю машинку. Классно провернул дельца с кокеткой. Достань мне Банши, она стоит на Галвестон-авеню рядом с Мидл Парк. Окей, вот она. Доставили Банши, если он сейчас за нее заплатит копейки, я его просто пошлю куда подальше, как с кокеткой. И платит он 24 578. Ну, наверное, 1025 без повреждений. Нормально, ладно, более-менее. Но все равно имха маловатенько. Ну, в целом сойдет, ладно, не жалуемся. 16 машин готово. Ждем 17-ю. Отлично поработал с этой Банши. Где-то рядом с автомойкой Уиллиса стоит лихач. Пригони мне его. Еще один транспорт в коллекцию. 6 527. Дальше у нас уже какой, 18-й, да? Вроде как. Прекрасный лихач был в ресторанчике Фенни Крэб Гранд Истон и увидел красавицу Реблу. Смотри, может, она еще там. Окей, дадим тебе крабов. Доставили машинку. Тут задолбали. И Брюси звонит, и Алекс нас разыскивает. Все потеряли. Транспортное средство в отличном состоянии. Вы получаете 11 550. Это тоже можно удалить уже. Окей, 18 машин доставили. Транспорта, будет правильно сказать. Ждем 19-ю. Ребло восхитительно. Угони Хантли Спорт из полицейского участка Нортен Гарденс. Вот он. Хорошо, что нет полиции. Если бы она тут стояла, нас могли бы арестовать. И надо там, где вот этот чувак стоит, она стоит. Я тут не буду ставить, пожалуй, паузу и ускорять все это, потому что это у нас Южный Бостон, тут можно быстро доехать. Блин. Зачем я их бью? Привычка. Вообще за эту машину могут и накинуть побольше, вроде неплохая. А сколько заплатит, это уже другое происходит, только долбать. Тут только две машины в Южном Бохаме, насколько я помню. То есть еще одну мы сможем отсюда забрать и доставить по-быстренькому. Ну, относительно. Вот и все, вот и приехали.
И за нее нам отвалит аж целых барабанная дробь. 12 949. Нормально, неплохо. Окей. 19 машин мы доставили. Теперь доставлять будем 20-ю. Хантли Спорт просто прекрасен. В Касл Гарденс возле двух башен стоит Патриот. Окей. Доставили Patriot. Машинка, мягко говоря, не из дешевых должна быть, но посмотрим, как игра ее оценивает. Точнее, разработчики игры. 16 500. Ну, больше среднего, в принципе. Хера себе. Это как? Кто-нибудь позовите Понтия Пилата. Пришельцы среди нас. Ладно, 20 машин доставлено. Осталось еще 10. Последняя десятка пошла. 21-ю будем сейчас искать. Спасибо за Патриот. В Скалму рядом с Твичинс давно уже стоит контендер. Забираем. Там копы, как не вовремя. Доставили контендер. Посмотрим, сколько он за него отвалит. 7 425. Ну, немного ожидаемо, в принципе. 21 машина готова, 22 будет у нас сейчас в поиске. Спасибо за контендер. Кавалькада припаркована в Лефтвуде рядом с мемориальной больницей Вестдайк. Вот она. Экспроприируем. Доставили машинку и оценивают ее в 22 453. Ну, в принципе, учитывая, что мы самого Олдер не тащили, это нормально. Дальше, по-моему, 22-я машина, если я ничего не путаю. Или 23-я, я не помню. В общем, уточню, если ошибся в расчетах. Спасибо, что раздобыл мне кавалькаду. Кто-то в Тайланд Сити, недалеко от небоскреба LS24, купил себе Вуду. Достань мне его. Только вот этот будет 23-я машина, поправ очка. Сейчас же мы ее и доставим. Не стал я ее чинить. В принципе, я думаю, за нее и так копейки отвалят. Но сейчас узнаем. 5 940. Ну да, недорогая машинка. 23 доставлено. Сейчас начинаем охоту за 24-м транспортным средством. Спасибо, что достал мне Вуду. Достань мне Бакенир. Он где-то в Индастриал. Окей, это тоже машина из Южного Бохана. Вторая. Больше отсюда их не будет. Поэтому предлагаю доехать сейчас так. Тут, в принципе, рядом. Не думаю, что за нее большие деньги отвалят. Но, как ни странно, мы еще не все самые элитные тачки привезли. Тут рядом. Довольно изматывающе, честно вам скажу, вот это все делать. Но, тем не менее, как я уже сказал, это хороший источник заработка, и это в любом случае нам делать. Потому что наша цель пройти все максимально подробно, все поделать, все попеределать. Довольно не все смотрел это задание от Стиви эти делают.
по статистике Стима. И за Буконера нам платят 5440. Капец. Ладно. 25-я машина на подходе. Спасибо за Бакинир, Ника. Угони мне Консаньенте из Олдерни Сити. Дорогая элитная тачка, за нее должны много отсыпать. Тут, по идее, штраф должен быть небольшой, копеечный. 29611. Ну, что так мало? Она же дороже, по идее, должна быть. Ну, или на уровне. Это представительная тачка. Ладно, фиг бы с ними. 25 доставлено, 26 на подходе. Спасибо за Коньясенти. В порту Тюдор рядом с зданием почтовой службы стоит ранчер. Подгони мне его. Окей, Стиви, нет проблем, все сделаем. Доставили еще одну машинку. 26-й вроде как, если я ничего не путаю, просто уже устаешь от всего этого. 27-я сейчас будет искаться. 6716 за нее дали. Скоро мы со всем этим закончим. Спасибо за ранчера. Богатый козел никогда не оставляет свой туризм в гараже. Он живет на Олл Крик Вестдайке. Хе-хе-хе. Да, странно. Хотя, может, у него гараж заполнен. Ну ладно, не суть. Не, ну за эту машину по-любому должны много заплатить. Посмотрим, сколько дадут в идеальном состоянии. 33 432. Причем в этом состоянии, хотя она идеально была доставлена. Ладно, остается совсем немного. Сейчас у нас, если я ничего не напутал, 28-я машина. Ты отлично поработал с туризмом. Этот султан обычно стоит возле большого зеленого дома в Берчине. Легко найти. Действительно, сложностей не возникает. И за султан нам начисляют 11050. Причем в этом состоянии, хотя вроде как идеально было доставлено. Но не суть, стало совсем немного. Сейчас предпоследняя, 29-я машина, если я ничего не напутал. Султан, что надо, спасибо. В районе биржи в одном из переулков стоит PMP-600. Он прямо просит, чтобы его увели. Окей, уведем, машинка не из дешевых. Доставили PMP-600, это игра слов, кстати, отсылка на PIMP, сутенер, потому что из защиты PMP получается как PIMP произношение. 10459? Что это за фигня? Не, ну серьезно, это бред. Ладно, фиг с ней. Ну правда, 10359 за такую тачку? Ну это ни в какие ворота не лезет. Он не пострадал, все нормально. Ему понравилось, он бежит за добавкой. В общем, осталось, если я ничего не напутал, последняя машина. Сейчас мы ее привезем.
Спасибо за PMP 600. Мне нужен Вашингтон. Он обычно стоит у открытого бассейна Стейнвея. Ну, вообще машинка представительная, но, честно говоря, не такая эпичная, как, например, в GTA San Andreas. Окей, сейчас доставим. Все, отмучились. Вроде как, если ничего не попутал, сейчас посмотрим. Транспортное средство стоит 6636. Че так мало? Машина представительная. Так, это можно удалить. А мы сейчас можем проверить, не ошибся ли я. 8294. Еще одна машина осталась. Ну, всего их 30. Возможно, я где-то просто не посчитал. Ладно, давайте я включу запись, когда что-то случится. А, нет, вот пришла смс-ка. Молодец, Ника. Если понадобится кэш, подгоняй нам тачки. За нами не заржавеет. Это от Стиви было сообщение. Надо было просто подождать. Теперь зачислили процент. 84,94. 2% походу это дает. И что мы получили? Каковы наши награды? Ну, кроме денег, которые мы получили за работу и процентов. Нам дают достижения в Стиме. Давайте посмотрим. Ну, и не только в Стиме, в Rockstar Club, очевидно, тоже. Как оно там у вас? Новое сообщение. Выполните 30 доставок машин с заданий по СМС. Есть у 0,4% игроков. Довольно редко, я хочу отметить. Плюс другая награда, это то, что мы теперь можем абсолютно любую машину, которая в гараж лезет, привозить к Стиви, и он будет за нее платить. Там не шибко большие деньги. И, по-моему, с каждой новой доставленной дотипной машиной он будет платить все меньше, меньше, меньше. Плюс от состояния машины это тоже зависит. Но, тем не менее, это довольно неплохой относительный источник заработка. На основные нужды вроде патронов может хватать, если у вас прям резкий-резкий дефицит. Хотя после этой миссии, не знаю, может ли он быть в принципе. Ну вот просто давайте пару машин ему оттащим, показать, посмотреть, как это работает. Я там не дособрал до 1700. Ну, неплохие деньги. Еще 400 тысяч нет. Ачивка падает с 5000. Ну, просто по приколу вот так вот можно подрабатывать. Можно прямо около гаража стоять, ловить, доставлять. Но плата будет все меньше, меньше и меньше со временем. А потом он, не знаю, может даже откажется, но я никогда до такого не доводил. Принимать их. Но, как видите, это работает. Вроде некоторые машины даже откажутся брать. Не знаю. Не исключаю. Ну, наверное, еще давайте одну и хватит просто посмотреть, как это работает. 700. Видите, от машины отличается сумма. Чем более шакальная машина, тем меньше он, очевидно, платит. Обломали работу проститутки. Увели тачку у клиента прямо на ее глазах. Ну и вот так можно зарабатывать. Очень, ну, 193 нормально. Неплохой относительный источник заработка дополнительный, если вам нужны деньги. Наверное, больше по-другому вы никак не заработаете. Что-то более-менее солидное в этой игре. Ну, я имею в виду, если вы... А, нет, есть еще один источник заработка. Это взрывать инкассаторские машины. Но это... Давайте точку поставим на карте, я хочу. Нам, наверное, уже даже в Олдер не надо перебираться. Потому что все, что я хотел сейчас сделать дополнительно, мы поделали. Дальше у нас останется только двигаться по сюжету и пройти задание убийцы наемного Хитмана. Там 9 заданий. Но это, в принципе, как задания они идут. Так что это не так рутинизировано. Я вот на вот это все сейчас с машинами долботню потратил. Я не считал, несколько часов я точно потратил. Довольно много времени у меня на это ушло. А вы можете сами посчитать вот эти сегменты ускоренные. Я умножаю скорость на 10. Ну, посчитайте, сколько времени на все это ушло. Можете даже в комментариях написать, кто-нибудь это оценит. Я точно оценил.
Очень довольно неплохой прогресс, однако. Причем я хочу заметить, по сути дела, это дело будет не обязательно, в том плане, что ачивки мне уже дропнулись, и за 100% ачивка дропнулась. Но, тем не менее, повторно все это приходится делать из-за того, что прохождение игры улетело никуда. Ну, от этого никто не застрахован, такое бывает. Но это уже в прошлом, мне это уже не кипишит. Просто говорю, почему приходится это делать, почему ачивка не дропнулась, уже есть. Значит, в следующей части уже продолжим чисто сюжет. Задание, задание, задание. А, ну, может быть, там с друзьями тусоваться, но это так вариативно. Подружками. Скейт точно надо на свиданку ходить. Обожаю такую погоду. Редкая здесь погода в Либерти-Сити. Но тем не менее. Все задания алгонкинские. Нет, обманываю. Надо будет перезвонить. Ну ладно. Нет, там один звонок был, я думаю, это не критично, в том плане, что я ему еще раз позвоню. И я сам смогу запустить этот квест. Он же в контактах у меня есть. Да. Ладно, не буду говорить, что там было. Просто один звонок был, который миссию запускал, и это я точно знаю. Я его решил отложить. Потому что тогда голуби, по-моему, искал. В общем, прогресс сегодня следующий. Мы выполнили задание для Стиви. 30 тачек привезли. Подняли деньжат. А, не сюда. Ну и относительно весело провели время. Туда-сюда покатались, посмотрели, послушали шелевую музычку. Поэтому, если вы еще этого не сделали, обязательно подпишитесь на канал, поставьте лайк, включите все уведомления. Не забудьте написать комментарий. И увидимся с вами в следующих видео нашем с вами старом добром консервативном канале. Всем пока!